Уже около 8 лет я являюсь представителем компании Avon. За это время я получила много подарков и скидок на продукцию хорошего качества. Хочу попробовать себя в роли координатора и вашего наставника. Я создам группу и буду помогать вам делать выгодные заказы со скидками для себя и ваших близких и знакомых. В нашей компании очень-очень выгодная программа «Легкий старт». Это подарки. Каждый каталог за ваши заказы. В первом заказе у вас будет очень большая 30% скидка на всю продукцию компании Avon. Это самая большая у нас скидка в компании. Потом еще там добавляется 1%, если вы будете заказывать несколько каталогов. Обратите внимание, всех приглашаю. За первый заказ будет приз туалетная вода на выбор, мужская или женская. Кого заинтересовала информация, пишите мне в комментариях или в соцсетях. Приехала в Красноярск, мои дорогие, тут такая движуха по сравнению с Абаканом. Иду быстро, меня догоняют люди, я стесняюсь, наверное, тихо говорю. Вот тут все так шумит, вот наш пуховик идет, причем как у меня в отделе, говорят, здесь он дешевле стоит. Такое вот тут движение, вот тут магазин есть «Мир сумок», но он дорогой. Тут, короче, и Красный Яр, и Канал Мебель, вам, наверное, видно. Торговый центр Комсомольский. И тут еще вроде как вот это была Хапка или как у вас магазин заодно. Вот хочу туда сходить. Еще не ходила в Фикс Прайс. Здесь видите, как мусорки какие интересные. Везде все в машинах. Иду где-нибудь, чтобы меня не видно было. Тут между машин пойду. Так, постараюсь говорить погромче и потом звук добавить. Ну, в общем, тут как бы уже почти сухо, но на окраинах тоже есть, конечно же, еще снежок. Но по сравнению с нами более-менее. Потому что здесь снег выпал раньше, но обещают, что опять будет. О, пишут сумки 1600, но это вранье. 1600 там беспонтовые, конечно. Была я в Икее, ничего не купила. Еще завтра тут буду с утра. Не знаю, фонарь там такой присмотрел, дорого, блин. Если все-таки рискну, куплю. Посмотрю сейчас, сколько на Алиэкспресс, лучше оттуда выпишу, подожду. Из-за непогоды много вам не поснимала. Хотела поснимать такой вот красивый торговый центр «Планета» в Красноярске. Мне он очень нравится. Тут немножечко вот самая центральная площадка игровая такая, и где можно вкусно покушать. Фонтан такой тут красивый, стекло мне очень нравится. Можно так сидеть, наблюдать, очень приятно. Ну вот мельком забежала в «Леонардо» и поснимала вам.
Я 2 дня погостить в Красноярске, но это не получилось. Погода мне помешала. Видите, какие тучи уже в городе начались. И, в общем, все так похолодало. Я оделась легко. Там, конечно, все обошлось просто ливнем. А у нас тут был ужасный снегопад. Вовремя я уехала, потому что трасса 500 километров. Это ни много ни мало, прилично. И ехать по снегу мы ехали не раз. Это было очень страшно. Тут вот сейчас будет видео, как у меня хлещет вода. Но там я, наверное, поставлю музыку, потому что играла музыка. И YouTube мне ее не пропустит. Вот такие вот, девочки, дела. Потом был такой ужасный снегопад у нас в Остепакане. Я вам там дальше покажу. Это просто капец. А у нас опять вот такая зима. Похоже, девочки, лето и мальчики не будет у нас. Еще и ветер. Уже на улице, думаю, не буду снимать, потому что холодно будет вообще. Ветер прям порывами такими. И он еще продолжает идти. Представляете, как я вовремя уехала вчера с края по теплу. То бы был пипец полный. У меня вот уже начала зацветать геранька. Уже вот тут упали листики. Остальные цветы потом как-нибудь покажу. Пока как-то некогда. Ой, надоело уже. 5 зимние сапожки надо доставать. Все-таки не удержалась, мои дорогие. Снимаю. Потому что это зима. Еще зимовья той зимы. Это вообще какой-то ужас. Смотрите. Я вчера вечером ехала по трассе. Смотрите, какой высоты. Ужас. Сейчас на дороге будут. У меня сапоги короткие. Пойду-ка я по этим, по следам. О, я сейчас снега, девчонки, начерпаю. Смотрите, что у меня со снегом, с сапогами. Видите? Еще маленько у меня туда попали бы штанины, сапоги. Ой, пипец вообще. Я вчера ехала по трассе, было дождь, вам снимала, даже кусочки ставлю. Но здесь, по-моему, тоже была погода такая. Ужас, ветер хоть стихает, но сейчас, наверное, будет посильнее там подальше. Черпанула я все-таки снежка. Вот тут иду теперь по дорожкам, где люди проделали. Чистят только возле магазина, возле своих домов. Тут вот дворник возле школы тоже проделал. Тут уже все дальше. Ребятишки, идите как хотите. Сейчас вот тут маленечко пройду, а дальше опять буду кукарекать. Вот видите, ветер какой. Ну хоть стих, то вообще прям забывала дома. Хоть не так холодно идти, конечно, нарядилась все зимнее. Потому что какое может быть осенняя куртка и пальто. Я вчера в осенней куртке уже немножко прохладно было в крае ходить. Вот такие вот дела. Ходят возле школы кругами, видимо, ждет родители, что повезли. Потому что невозможно. Я тоже смотрю ребеночка. Но это вообще-то ночью было, она, наверное, привезли на вот. Капец, у нас зимой такого снега не было. Даже ни разу. Хоть у меня и сапоги зимние повыше, я новые купила. Покороче, вот. Сапоги для нашей зимы надо покупать высокие. Ой, пипец, сейчас пока дойду до работы. Это же ужас какой-то. Вот кто-то тут шел и маленько. Так и то уже видно, видите, что они шли. Сверху еще уже снег нападал. После того, как люди шли утром рано, видимо, куда-то. Школьники больше кто, потому что на день кто пойдет, другой человек, кроме как на работу и в школу. Никуда. Я сегодня последний денек попросили девчонки пособирать вещи за дополнительную там оплату. Я уже свои дни все отработала. Думаю, пойду схожу, да у меня там 3 пакета хохоряшенивать. С фикс-прайса там, красивяшки для души. И не только с фикс-прайса делала, органайзер. Птички все равно щебечут, радуются. Ой, пипец, устала эти девчонки. Ладно, то задыхающимся голосом говорю. Как-то некрасиво, чего же это? Зимнюю сказку показывать. Она уже всем надоела. Была у меня видео, писала. Это не последняя сказка, была еще одна. Это уже еще одна получается. Ой, капец. Ну, в городе, конечно, там, наверное, уже метут. Убираю сейчас немножко, если что, сниму маршрутки. Только недолго, то в тот раз что-то длинное видео получилось.
У нас даже торгаши не вышли на работу. Тут у нас такой ряд палаток стоит, видите? Все боятся выходить, все завалило. Ужас, а там вон снегоход идет, чистит. Даже в городе дворники еще не справляются, только дорожки кое-где растоптали. Еще не успевают все разгребсти. Вот видите, идут дворники. Ну, на дорогах уже каша. Потому что все разъездили. Короче, будет полная попочка, так сказать, по культуре. Хочу вам показать небольшое сравнение цен фикс-прайс и Галамарте. Машинки для удаления катышков там чуть подороже, но они двух видов. Видимо, какая-то помощнее, но, естественно, и дороже. Френч-прессы очень дорогие, от 160 рублей и выше, тоже зависит от качества. У нас были подешевле. Вот такой интересный заварочный чайник, но неудобный. Покажу в следующем обзоре. Присутствуют такие недорогие кувшинчики, штопы. Очень интересно для декупажа. Большой выбор посуды всегда, как недорогой и очень дорогой. Вот эти вот баночки керамические, очень красивые, но очень-очень они дорогие, конечно. Если сильно хочется, можно купить в других магазинах. Конечно, это все стоит намного-намного дороже. Вот такая вот там всякая красота. Такой вот домик красивый, керамический, конечно, красиво. Но очень часто на все бывают скидки, девочки. Перед этим вот были ситечки, как заварные, как у нас. Они чуть-чуть получше качества, но очень дорогие. Вот эта серия с котятками мне очень нравится вообще. Всякие сахарницы, кружечки, заварницы. Я просто от них балдею. Вот моя кружечка в горошек я себе пока еще не купила. Очень дорогие там подсвечники и клеточки, но они получше качеством, но дороговато. Такие зато интересные привезли керамические подставки и стаканчики в пределах 100 рублей. Очень интересного дизайна. Аксессуары для телефона всегда там недорогие. Жидкость для снятия лака уже сразу с помпой, но она идет подороже, что-то 120 рублей. Очень-очень большой выбор таких интересных штучек, подставочек для сада, огорода, в горшочки, в землю втыкать. Такие стрекозки есть с двумя вставлялками, есть просто одиночные, как палочки-вертушки. Тоже как бы подороже, но они очень интересные, необычные. Не знаю, будет ли у нас такое или нет. Прямо вот смотрю, любуюсь. Пока еще не разобрали, надо покупать. Всегда там присутствует очень-очень много скидок, не только по праздникам, на всякие разнообразные товары от 9 до 40 рублей. Перчатки дороговаты для сада-огорода, но в то же время присутствуют очень недорогие крепкие крючки на очень хорошие липучки. Очень выдерживает даже махровые халаты. Такие недорогие салфетки от 19 рублей. У нас в фикс-прайсе по 53, только белые вот недавно привезли. Но были у нас и такие под золото. Вот такой опять интересный 6-предметный набор красивого очень стекла, тоже с очень хорошей скидкой. Всевозможные аксессуары для швей, для поделок. Привезли вот такие вышивки, они немножко подороже, по-моему, 69 рублей и выше. Ну вот, кто в фикс-прайсе не купил, можете купить там. Плечики там очень большой выбор, но тоже дорого. Перчатки, опять же, там недорогие, но качество проигрывает. Если как бы кому-то надо, то можно иногда и брать. Игрушки, конечно, большой выбор, но тоже очень дорого. Но выбор шикарный. Такие вот зато недорогие точилочки появились по 15 рублей. Не хуже наших совушек, ну, конечно, дизайн попроще. Очень большой выбор наклеек, они дешевле, но они в один лист, наши в два листа. Про перчатки, по-моему, уже говорила. Очень много товаров для сада и огорода там, большой выбор. Вот эти вот контейнера, мини-теплички, немножко подешевле получается, чем у нас. Вот эти всякие круглые подставочки тоже для цветов подешевле, но они похлипше, мне кажется. Поддон зато. Подобыв очень дорогой, намного дороже нашего. Цену сами видите. Ну и вот эти всевозможные топиарии там. В прошлом году я брала сейчас по скидке. Сейчас они намного подорожали, но вот зато вот эти из леечек очень недорого, девочки, получается. Я была в Икее, там такие цены на леечки. В Леонардо по 160 рублей одна леечка. Вот такие резиновые зайчики в Галамарте и Мишке есть. Кому надо, спешите. Некогда показать покупки. Вот такие крючки очень удобные покупала. Накопилась покупок с Галамарта и фикс-прайса из Красноярска. Все покажу позже. Вообще некогда снимать, сегодня экстренно вот сняла.
Смотрите, как удобненько я расположила этот крючок. Вот туда на дверь я его одела. И вот где-то бывает, что-то сушишь. Так-то вещи, конечно, не развешиваю. А вот сушить мокрые. Вот постирала кардиганчик на работе у меня был. Я его постирала. И вот теперь так вот сюда повесила. Очень удобно. А то я иногда вот сюда вот его вешала. На вот эту штуковину. А она же хлипенькая вот эта. И может, блин, оторваться, знаете, девчонки. Поэтому нежелательно. И вот так вот он одевается. Сейчас я вам даже продемонстрирую. Вот, легко снимается. Так. И вот так легко одевается. Видите, на дверь. У меня там дальше просто идет дверь раздвижная, поэтому никак. И вот даже можно, видите, двигать. Она никуда не дается. Очень удобно. Мы в Фикспрайсе брали длинную. Она вот не так удобна в Галамарте. Вот это мне очень понравилось. Взяла две. Наверное, еще повторю. Так что, мои дорогие, экспериментируйте, комбинируйте с Фикспрайсом или Галамартом. Выбирайте, что где дешевле. Пока-пока. До новых встреч. Ваша Жан. Пока-пока.